Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и сегодня я хотел рассказать вам о том, как можно пофиксить HUD. Да, ничего больше в этой игре не нужно, так как в ней уже, в принципе, разрешение поддерживается любое, соотношение сторон, все замечательно, великолепно работает, за исключением того момента, чтобы пофиксить HUD в игрушечке под названием Психонавты. В чем ее суть, вообще смысл, я не особо понял, буквально зашел на несколько минуток, и, в общем, у нас с вами есть определенный патч, который позволяет вот такую вот ситуацию исправить. То есть у нас с вами получается, что HUD расположен либо не слишком, наоборот, получается, близко к краям, да, и плюс дополнительно он немножечко растянутый. Нам с вами удастся его сделать более ближе к краям, чтобы он не был слишком так приближен, скажем так, к центру, как для соотношения сторон 4 на 3. Ну и также дополнительно вместе с этим мы с вами еще кое-что сделаем. Это мы его сдвинем ближе к краям и сделаем, чтобы он был более компактным, то есть не был таким растянутым. Ну и плюс также надписи удастся нам с вами пофиксить, чтобы они у нас с вами не были на пол экрана, а, разумеется, были более компактными. Итак, что нам с вами для этого потребуется? Значит, нам с вами потребуется скачать архив, который вы найдете в описании под видео. Психонавт Widescreen Fix он называется. Закидываем все это дело в папку с игрой. Если у вас соотношение сторон 16 на 9, то, в принципе, вы можете игрушечку стартануть. Если у вас, допустим, как у меня 21 на 9, то я могу открыть психонавт.widescreenfix при помощи блокнота. И что мы здесь с вами имеем? Widescreen HUD. По умолчанию, разумеется, мы с вами вставляем единицу. Hello, Alt, Tabbing, Without, Pausing, нам с вами мы оставляем на нуле. И Widescreen HUD Offset. По умолчанию здесь установлена сотка, как и написано, что она прежде всего предназначена для соотношения сторон 16 на 9. То есть, проще говоря, если у нас с вами 21 на 9, то можно где-нибудь поставить 180. Не переживайте, слишком сильно HUD не сдвинется, как раз будет практически идеально под самые края нашего с вами монитора. Если вдруг у вас разрешение и соотношение сторон свыше, чем 21 на 9, это где-то, по-моему, там 30... С чем-то, по-моему, есть какой-то супер-мега-ультра-широкие моники. Там уже значение придется ставить на порядок около, наверное, 300 единиц. То есть там уже подбирайте, ребят, дальше, потому что у кого такие моники, я не знаю, может, кто меня смотрит с таким монитором, но у меня такого моника никогда в жизни не было, поэтому я знаю только лишь вот соотношение по своему и вот как ставить на Full HD. Так что как-то так, нажимаем «Сохранить», выходим и, в принципе, запускаем игру, и после этого у нас с вами HUD должен будет быть пофиксен. Давайте, собственно, попробуем проверить, затестить, как работать все это будет. Но прежде вспомним, что выглядело у нас с вами все вот таким вот образом. А теперь все выглядит вот так, ребят. Даже можно было поставить значение чуть больше, чем 180. Можно было поставить значение где-нибудь на порядок около даже 200, а может быть даже где-нибудь 210 единиц. Давайте попробуем глянем, как будет выглядеть при установке в 210. Итак, друзья, теперь у нас с вами установлено значение на 210 единиц. Это, повторяюсь, только для соотношения сторон 21 на 9. Для 16 на 9 значение по умолчанию ставит сотка, этого должно быть вполне достаточно. То есть, если вдруг даже так у вас HUD располагается, вам этого не хватает, вы можете, в принципе, ну, как вариант, попробовать еще можно, например, поставить где-нибудь 220-230. Я думаю, этого будет вполне уже вот так вот выше крыши для 21 на 9 мониторов. Хотя и так все выглядит вполне красиво, и, в принципе, меня все устраивает. Уж тут, я не знаю, может быть, кому-то будет мало. А на этом пока что все, ребятушки. До новых встреч, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Огромное спасибо за внимание, до новых встреч, скоро увидимся, не переключайтесь, будет много всего крутого и не менее интересного. С вами был ваш Юранка, огромное количество гайдов, летсплеев и всего-всего классного сможете найти у меня на канале. Так что до новых встреч, не переключайтесь и пока-пока, ребятушки, будет очень классно и здорово.